Рентгенографию суставов ранее делали? Нет. Давление какое обычно? Ну, обычно 130/95. Наталья Ивановна на приеме у ревматолога из краевой больницы впервые. Заболели ноги, решила обратиться к врачу. А специалисты как раз приехали в село Журавское благодаря губернаторскому социальному проекту «За здоровье». В группе мы послали, что будут врачи. Какие врачи мы приехали? Вы только к ревматологу записались? УЗИ прошла, рентген прошла и сюда. Вот такие приезды важны? Очень важны. Особенно для нас, для пожилых, очень важны. В амбулатории села Журавского работает только фельдшер. К узким специалистам жителям приходится ездить в районный центр. А это около 20 километров отсюда. И когда ходили автобусы, конечно, было лучше. Сейчас не ходят? Да, сейчас проходящие маршрутки. Автостанцию закрыли, как у нас, так и в районе. Это, конечно, большой минус. Как поедешь, на чем вот ехать? Не на чем, да? Не на чем ехать. И некому везти пока. Ну, сами лечимся. Ну, конечно, удобно. Ну, как ли в район ехать? У меня давно ноги больные. Лечимся и к врачам ходим, назначают лечение. Формируют бригады краевых специалистов участковые врачи. С начала года благодаря проекту «За здоровье» обследовали больше 24 тысяч человек. Для жителей отдаленных населенных пунктов это возможность прямо у дома пройти специалистов, которых так не хватает в местных медучреждениях. На этот раз в Новоселецком округе невролог, ревматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, а также врач ультразвуковой диагностики и врач-рентгенолог. Жалобы разнообразные. Чаще всего это боль в животе, соответственно, да, нашим гастроэнтерологическим моментом. Ну, есть пациенты, которые обращаются впервые, есть пациенты, которые уже длительно наблюдаются при определенных заболеваниях и уже, скажем так, просто на учете, да, стоят, обследуются и переходят с анализами готовыми. Удобно, конечно. Не надо ехать, не надо машину нанимать, чтобы поехать. Пришел, прошел всех врачей, кого надо. По поручению губернатора Владимира Владимирова количество выездов в отдаленные населенные пункты в 2023 году увеличили. Посмотреть график и записаться на прием к специалисту можно в районной больнице, ФАПе или амбулатории в своем населенном пункте. Желают всем здоровья. Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.